Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. С вами я, Андрей Смирнов, и сегодня у нас вновь репортаж, можно сказать, из глубинки Ленинградской области. У меня, к сожалению, опять не состоялась долгожданная встреча с экспертом. Но сегодня я решил, что можно приехать к одной моей знакомой, у забора которой всегда стоит очень-очень много зевак, потому что пройти мимо ее сада и остаться равнодушным не в силах ни один человек. И это не просто так. На самом деле это совсем не ландшафтный сад. В нем очень много ошибок, в нем есть очень странные решения, странные композиции, но он все равно абсолютно прекрасен. Возможно, в первую очередь за счет своего вот этого деревенского колорита, который мне, как вы писали не раз в комментариях, вы все очень любите. Вот эти вот старые ленинградские дачи, садики, сделанные любителями. Ну и порой вы знаете, что сады, сделанные садоводами-любителями, они вовсе не уступают садам профессионалов, потому что туда вложено много души, много времени. Саду этому около 25 лет, если я не ошибаюсь. И, мне кажется, что у хозяйки есть чем гордиться. Правда, приехали мы очень рано, сейчас 9 утра, и хозяйка, возможно, еще спит. Не будем ее будить, она приехала вчера очень поздно вечером, после смены, после работы, но разрешила нам тихонечко походить и посмотреть, что у нее происходит на участке. Участок, кстати, совершенно небольшой, но, как вы видите, рядом с ним уже есть небольшой палисадничек, что, мне кажется, тоже всегда признак того, что человек хочет не только свою жизнь сделать красивой, но и ее, в принципе, показывать другим. И сажать растения у себя за забором, мне кажется, это показатель, во-первых, хорошего характера, расположения к людям, какого-то альтруизма, безусловно, желание поделиться красотой и эстетикой. Так что давайте пройдем и заглянем, что происходит за калиткой. Как вы видите, сад совершенно небольшой. Сейчас мы вошли в то, что называется парадную зону. Домик, как вы видите, действительно абсолютно деревенский. Он старый, конца прошлого века, как сейчас принято говорить, как это не смешно звучит, но 20 век для нас уже, для многих уже прошедший. Мне кажется, ни одна старая дача не может обойтись без флоксов. Без флоксов метельчатых, как мелкоцветковых, так и крупноцветковых. И здесь их огромное количество. К сожалению, у нас сейчас самые-самые последние деньки августа, и даже самые поздние флоксы уже выглядят немножечко такими потрепанными, не очень отцветшими. Я думаю, что все равно вы сможете оценить вот это вот буйство красок, потому что замечательное растение флокс. К сожалению, не все его любят, но я не отношусь к этим людям. Наверное, вы тоже заметили, что у меня на даче тоже есть флоксы. Мне кажется, что они прекрасны. Вот именно в конце августа флоксы составляют основной такой вот цветущий костяк сада, помимо гортензий. В этом саду, кстати, тоже есть гортензии, мы их увидим. Без них не обошлось даже на старой ленинградской даче. Но все-таки пока что полюбуемся, давайте, флоксами. Их здесь много. И недавно мне вопрос такой прислали. С чем лучше сажать флоксы? Композиционно, с чем они хорошо смотрятся? Да мне кажется, совсем. Посмотрите, тут сидят и розы, и рододендроны, и красная смородина, и хризантема, и спаржа. И мне кажется, что не портит это никакой композиции, все выглядит совершенно прекрасно. И вот этот вот, знаете, такой вот русский букетный сад, о котором еще говорил Юрий Борисович Марковский, вот он присутствует на этом участке в полной мере. Пойдемте посмотрим еще, что находится вот за этим плетнем. Но пока что я хотел бы, чтобы оператор еще немножко снял. Вот это интересное решение, красная смородина, сделанная именно на плетне. На самом деле, обычную садовую такую культуру ягодную можно тоже вполне хорошо пристроить вот таким образом. Я смотрю, здесь ягодки не очень хорошо едят жильцы. Но, тем не менее, растения вот на пике своей декоративности. Сейчас, я же говорю, самые-самые последние дни августа, вот вплетенная
вот в этот небольшой заборчик, в эту перголу, смотрится довольно-таки неплохо. Ну что, пойдемте заглянем уже в центральную часть сада. Флоксов, очень много флоксов. Большая мощная туя, вероятно, одно из первых растений на этом участке. Всем уже знакомая гортензия древовидная. К сожалению, она сгорела на солнце сейчас, но куст такой огромный, большой, красивый. И, по-моему, даже стоит без всяких подпорок, что, в принципе, отличает, опять же, таки древовидную грандифлору от Аннабель. В подпорках она не нуждается. А вот уже гортензия древовидная Аннабель. Немножечко подвязана веревочкой, ну и выглядит она более пышно. Ну, посмотрите, какие розы. Я небольшой любитель роз, ну, в первую очередь за то, что они колятся, во-вторых, за то, что они требуют очень много внимания, обрезка, подкормка. Очень такие уходные растения, на мой взгляд. Ну, вот оно, конечно, того стоит, потому что вот размер этих цветков и аромат, который, к сожалению, не передает камера, совершенно восхитительный. Всегда восхищаюсь садоводами, которые содержат большой розарий. Это все-таки, конечно, прекрасно, и с этим не сравнится ни одна садовая культура, по крайней мере, у нас в Ленинградской области. Посмотрим, что здесь еще есть интересного. Так, замечательный, смотрите, какой клематис. К сожалению, да, хозяйка не знает сортов своих растений. Она не коллекционер. Она обычный садовод, она покупает красивенькое, как и многие. Увидела красивый цветочек, купила. И в том числе не очень жалует она садовые центры и заказы через интернет, потому что часто они грешат и пересортом, и цены высокие. Практически все здесь куплено у бабушек. Но, тем не менее, смотрите, растения тоже шикарные можно купить у бабушек. Я сам этим грешен и несколько раз покупал и не пожалел. В том числе такой клематис прям хочется потом у моей знакомой сделать небольшой черенок и попробовать посадить у себя в саду. Раз он живет на наших довольно-таки кислых почвах, что не очень любит клематисы. И здесь так себя хорошо чувствует. Думаю, что стоит дать этому клематису шансы у себя. Еще один тоже большой клематис. Что отдельно мне нравится, что все клематисы живут не на каких-то отдельных подпорках, а на деревьях. Мне кажется, что вот на этой декоративной яблоне, которая в этом году, как я вижу, не завязала никаких плодов, прекрасно смотрится вот такой вот фиолетовый клематис. Как будто бы, в принципе, яблони цветет. Два в одном. Мне кажется, прекрасное решение, которое можно взять на вооружение. И хочу обратить ваше внимание на то, как здесь подстрижены деревья. Например, вот таких вот лиственниц я не видел вообще ни у кого, нигде и никогда. Это абсолютно две лесные лиственницы, взятые, наверное, из природы. Возможно, какие-то сеянцы, может, даже посаженные. И пострижены они под вот такие совершенно безумные тропические пальмы. Это, наверное, единственная стрижка, которую делает на участке хозяйка. Но посмотрите, насколько это привлекает внимание. Мне кажется, что вот большая часть тех людей, которые толпятся у этого забора, они смотрят на эти лиственницы и думают, ну что же это за такие растения, совершенно необычные. Потому что узнать у них лиственницу довольно сложно. Причем одно это такая растущая таким ежиком пальмочка, другая более такого другого габидуса, более раскидистая. Оказывается, лиственница очень пластичное растение, не надо бояться ее стричь, потому что не все готовы огромное дерево вырастить у себя на участке, а лиственница может стать совершенно гигантским деревом, как вы видите, вот там вот в высоте есть постриженная тоже лиственница, но пострижена она уже снизу, потому что до макушки, наверное, уже можно только с пожарной лестницей добраться. И большая часть зевак, которая стоит за забором хозяйки, мне кажется, любуется именно на вот эти тропические пальмы в Ленобласти. Ну и дополнительно, мне кажется, что этому способствует вот эта вот спаржа.
которую, между прочим, хозяйка, я знаю, может и поесть весной излишки, прополоть немножко и оставить такой замечательный кустик, который будет радовать декоративными ягодками. А вообще мы стоим с вами на границе маленького японского уголка. Сейчас вы, наверное, немножко напрягли свой слух, потому что слышите звук трактора. Я говорю, этот ролик у нас будет про деревенский колорит, потому что буквально в нескольких метрах от меня люди начали копать картошку. Ну что делать? Конец августа. Собственно, сельхозработы тоже не терпят. И вот вы сейчас здесь видите такой небольшой японский садик. Я смотрю, здесь даже расчерчены такие, как это делается в саду камней, небольшие круги, как будто бы круги на воде, посажены много почвопокровных растений. Все, правда, очень неполото. Ну, хозяйка приезжает сюда только на выходные, и дел у нее очень много, поэтому не будем. Я надеюсь, что вы не будете писать в комментариях, как можно вообще снимать такой непрополотый сад. Ну, можно. Мне кажется, что он так прекрасен. Здесь растут и папоротнички. Здесь растет тис ягодный. Здесь растет замечательная гортензия. Я понял из ваших комментариев, что вы все очень любите гортензии мотыльковых сортов. К сожалению, не смогу вам назвать сорт этой гортензии. Опять же таки. Но она очень красивая, очень ароматная. Мне кажется, замечательное ландшафтное растение, которое как нельзя лучше вписывается в подобный японский уголок. Ну, мы все задумываемся о том, чтобы создать, мне кажется, такой уголок у себя в саду. Очень многие смотрят красивые фотографии. Конечно, стилистика японских садов, она такая очень-очень притягательная. Ну вот, несмотря на то, что сад буквально несколько соток, здесь вот хозяйка тоже нашла небольшое местечко, где можно воссоздать вот такой каменистый сад. Здесь растут в гравийной отсыпке очитки. Сидит вот такая вот красивая японская абсолютно гортензия, практически как видовая, как взятая из природы. И умерла елочка. К сожалению, вот у каждого садовода, да, есть свое кладбище. Я так понял, что хозяйка тоже не смогла сделать из этой голубой елочки бонсай. Несмотря на то, что елки очень пластичные, но стрижка взрослого дерева, тем более топинг, тем более на древесине старше 3 лет, может иметь вот такие фатальные последствия. Боюсь, что эта елочка уже останется таким столбиком. Но что, собственно говоря, японский сад не портит. В японском саду может жить как живое, так и неживое. Камни, высохшие деревья могут сюда прекрасно вписаться. Что здесь есть еще интересного? Здесь есть стриженная пихта. Тоже издалека похожа на елочку. Затруднюсь сказать вид этой пихты. Возможно, она какая-то даже наша. Вряд ли корейская. Но выглядит замечательно абсолютно. Выстрижена на невысоком штамбе. И хозяйка мне по секрету сказала, что хочет этот штамп поднимать. Для меня это тоже неочевидное решение. Но видите, когда места мало, а все-таки пихта, она тоже имеет свойство разрастаться в ширину. Ну и, возможно, если поднять этот штамп повыше, то будет смотреться тоже довольно-таки интересно. Вообще, я считаю, что не надо бояться стричь, брать в руки секатор, ножницы и отрезать что-то. У растений все прекрасно отрастает, потому что ветки скорее не зубы, а все-таки волосы. Так, что еще мы можем посмотреть в этом замечательном саду? Я видел, что где-то сидит та самая гортензия макрофила, о которой ходит очень много различных легенд. Зимует она в Ленобласти, не зимует, с укрытием или без, цветет или нет. Пойдемте посмотрим. Так, сейчас попробую немножечко забраться вот в этот цветник. Как хорошо, что хозяйка спит и не видит, что я делаю. Вот и посмотреть. Вот гортензия однолистная, переменчивая. Обычно у нас ее именуют так в садовых центрах и питомниках. И она зимует довольно неплохо, цветет на побегах текущего года и не требует каких-то сильных укрытий. То есть ее практически как розы укрывают на зиму.
без лишних танцев с бубнами, обычным свамбондом. И вот, тем не менее, она выдает неплохие результаты. А на кислых почвах и становится совершенно восхитительно голубого и фиолетового оттенка. И они могут присутствовать на кусте. На одном кусте цветы разного цвета. Я в этом году у себя тоже посадил три таких гортензии. И попробую поэкспериментировать. Одна будет зимовать без укрытия, другая с укрытием. А третью, возможно, я не поленюсь и затащу в погреб. Посмотрим, которую из них перезимует лучше. И стоит ли такое хлопотное растение содержать в саду. А теперь, пока затих мотоблок, вот, и в сельхозработах наступил перерыв, хочу сходить в ту часть сада. Знаю, что там есть плодовые деревья. Что-то я проголодался. Возможно, нам повезет с яблочком или сливкой. К сожалению, в Ленобласти в этом году все как-то чуть позже, чем обычно, созревает. Яблок ранних уже все дождались. А вот сливы поспевают только-только. Опять флоксы. Невяник. Флоксы. Еще одна анабель на подпорочке. Спеют грушки. Грушки еще плотные. Грушки еще не готовы. Слушайте, нельзя не сказать пару слов про те растения, которые сейчас даже у ландшафтников многих входят в моду. Это мальвы или шток-розы. Тут их несколько цветов различных. Растения тоже такие изначально довольно-таки деревенские. Но вот мода цикличная, и многие деревенские растения сейчас вот вновь возвращаются в моду. В том числе вот эти вот прекрасные мальвы, которые цветут долго, растут очень высокими. И мне кажется, с заборами смотрятся совершенно шикарно. Или посаженные у стеночки дома, или у забора. Это двухлетник. Поэтому он не отращивает большую корневую систему и не повредит ни отмостку, ни каких-то важных структур. Потом еще там очень красивую черненькую снимем. Так, и вот я вижу сливки. Слива тоже неизвестного сорта. Хозяйка мне пожаловалась, что покупала русскую алычу. А выросла, что выросла. Выросла вот такая вот крупная синяя слива, напоминающая венгерку. Давайте оценим. Никто нас не видит. Хорошая слива. Зря ругались. Ну и на этом я думаю, что мы закончим небольшую экскурсию по этому саду. Вот не будем мешать хозяйке и ее родне заниматься сбором урожая. Потому что со мной уже урожаем поделились. Помимо вот этих вот помидорок, мне вот еще отсыпали пакетик. Наверное, вы сейчас скажете, а что не сняли теплицу? Ну, не сняли. В следующий раз снимем. Я думаю, что мы вообще в этот сад заглянем в пик его декоративности, и вы поймете, как здесь действительно прекрасно. Сейчас мы уже видим остатки, осколки лета. Ну и еще меня позвали немножечко поесть ежевики. От таких предложений я тоже редко отказываюсь. На этом все. Надеюсь, что вам прогулка по этому саду понравилась, что вы не будете судить его слишком строго. И смотрите канал Европлант. Всего доброго. С вами был я, Андрей Смирнов.